Доброе утро, мои дорогие! Сегодня я вам хочу показать, что вот я сделала за последние дни. Вот такие серьги сделала, длинные. Здесь просто так тенечек, а так они прям красиво блестят, переливаются. Они длинные. Длиной они 7 сантиметров. Вот такие вот серьги. Это стекло. Но у них есть секрет. Они светятся, бусины, в темноте. Так. Длиной они 5,5 сантиметров. Вот такие серьги. Ну, это такой чисто летний, конечно, вариант. Они тоже 7 сантиметров. Это пластик. Они хоть и длинные, но легкие. Так, а это серьги-гвоздики. Медные. Чароит. Вот у них получается так, что одна бусинка потемнее немножко, другая посветлее. Вот я снимаю на телефон, тут кажется разница большая. На самом деле нет. Небольшая разница, и на ушах не видно. Ну да камень он и не может быть одинаковый, собственно говоря. Ну, я обожаю этот камень. Прям. Ну, теперь переходим к более крупным вещам. Вот такие бусы из агата. Они, к сожалению, не длинные, потому что больше у меня нет таких камушков. Такой ветер на улице, кошмар. Браслетиков я еще наделала. У них тут ангелочки маленькие висят на кончиках. Тоже это все же лето скоро. Представляете, вот так на загорелой руке. Ой, красота. А вот это у меня стоят коробочки. Ждут победителей розыгрыша. Ждут отправки. Если кто-то не выиграет, не расстраивайтесь, я еще буду розыгрыши делать. Так, вот такой браслет с трубочками такими металлическими.
И к нему кольцо. Так что, девочки, делаем и делаем. Так, вот такой браслет. Тут стекло, вот этот черный — это гематит. Короче, вот такой весь. Блестит, переливается. Так, и красненький браслетик. Я бы еще наделала, но кончилась у меня эта проволока. Мемори с памятью. Надо заказывать. Такие вот сережки. Змеевик и нефрит. Ну, такие лаконичные. И с застежечкой. Швензочки с застежечкой. Такие скромненькие. Скромненькие на каждый день. Вот серьги. Диаметр 2,5 сантиметра. Фурнитура под золото. Ну, такие простые, но нарядные. Мне пишут просто, что я очень быстро показываю. Так что вот я теперь выжидаю хотя бы полминутки. Вот какие сережечки. У них тоже замочек такой застегивается. А это, девочки, клипсы из аметиста. Они небольшие. Никак одной рукой не получается. Вот. Вот такие клипсы.
И вот такие вот еще серьги. Ой. С бабочками. Ой, как неудобно одной рукой. С застежечкой. Такие на лето. Ну, чуть не забыла. Сделала такие бусы. Даже не знаю, не бусы. Украшения на шею. Двухрядные. Из сетки с бисером. Надо будет потом на модели, на моей. Модель в гости приедет. А я на ней сниму. Как оно смотреться будет. Сейчас поближе. И вот такой вот браслетик из ракушечки. Желтенький, яркий. У меня еще есть розовый такой же. Ну, не браслет, а бусины. Вот. Напишите мне, стоит ли делать такие браслеты? И бусы. Может быть, не знаю. Вот такие вот у меня розовые есть. Ой, утро раннее, я еще прям охрипшая с утра. Ну вот, показала вам свою красоту, которую сделала. И вышла посмотреть на красоту природную. Ну все, мои дорогие, на сегодня. До свидания. Всем весны, здоровья и всего-всего хорошего.